В Вене проходит дружеский турнир лучших шахматисток мира в возрасте до 20 лет. В числе приглашенных наша гордость, победительница и призер чемпионатов мира юная Жансая Абдумалик. Мероприятие проходит под эгидой ФИДЕ уже во второй раз. В этом году сыграет партию под руководством гроссмейстера из США, экс-чемпионки мира по шахматам Сьюзен Полгар. Приехали девушки из Казахстана, Индонезии, Черногории, Словении, Ирана и еще 5 государств. По правилам игры, от страны на турнир может приехать только одна – лучшая представительница в этом виде спорта. По словам организатора проекта Сьюзен Полгар, у нашей Жансаи большое будущее на выбранном поприще. Она очень-очень талантливая, еще молодая, всего 15 лет. Вообще, я думаю, у нее хорошие шансы стать гроссмейстером, чемпионкой мира и даже один из лучших игроков в мире вообще. До этого европейки были отдельно и азиатки были отдельно. В прошлом году сбор проводился во Вьетнаме. Меня тоже туда приглашали, я уже второй раз. Да, и пользуясь случаем, хотела поздравить нашу любимую Астану с днем рождения, пожелать ей процветания, добра, мира побольше, солнечных и теплых дней.